50.000 aja. Biasanya tuh tas kayak gini harganya 300-500.000 karena ini pakai rotan asli. Sekarang mari kita coba. Waduh, panas banget. Ini enak sih kalau makan pas bagian gosongnya, kayak garing terus berasa asinnya. Lumayan lah ya kalau buat ganjel perut, tapi lumayan bosan juga kalau dimakan terlalu banyak. Dante do it shit like strawberry mainan. Soalnya kan karena sekarang tuh di Korea kan musim panas. Kalau musim panas tuh di Korea strawberry tuh gak musim. Tapi nanti kalau musim dingin strawberry tuh banyak. Aku mau beli nanas campur sama jeruk. Kita coba. Olma ya. Harganya 5.000 won. Berarti 5.000 won tuh sekitar 60.000 rupiah. Mamanya masukin duitnya di tong sampah. Banyak yang sama profit deh. Berarti ini masih ketemu sampah biasa. Banyak banget sih ini.
baru pertama kali deh kayak crepes tapi pengen ke Koplas gitu. Misalnya juga tadi banyak kan. Зачем корейцы делают отверстия в хлебе? Сейчас покажу. Разбиваем 2 яйца, выливаем 0,5 стакана молока, добавляем 2 столовых ложки майонеза и все хорошо перемешиваем. Берем тостовый хлеб и одну его сторону обмакиваем в яичной смеси. Кладем хлеб сухой стороной на противень. На каждый кусок выкладываем ветчину, а сверху порционный плавленый сыр.
Теперь берем такое же количество кусков хлеба и при помощи стопки делаем отверстие. Для чего, узнаете позже. Обмакиваем их одной стороной в яичную смесь и кладем сверху на сыр, сухой стороной вниз. Оставшиеся хлебные кружки также идут в дело. Пропитываем их яичной смесью и выкладываем на наши будущие сэндвичи. Теперь нам понадобятся яичные желтки. Кладем их в подготовленные отверстия. Сверху покрываем все кетчупом. Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Получаются вот такие сэндвичи, которые являются очень популярной позицией в корейских заведениях быстрого питания.